Перед началом видео предлагаю вам подписаться на мой телеграм-канал, в котором я выкладываю различные посты из моей жизни, жизни канала и прочие новости и интересный контент. Ссылка есть в описании под видео, и кто заинтересовался, обязательно подпишитесь. Всем привет, и если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами Дрейфор, добро пожаловать обратно в Bleach Brave Souls. И сегодня... Ну, по названию, конечно, понятно, что сегодня обзор новой витрины и открытие другой витрины. Обзор, в смысле, статов, вот что у нас тут новенькое. Да, мои ожидания, что будет прем, обломались. И выходят опять грёбаные сезонки. На этот раз у нас пустынное общество душ. Оазис. Сонный. Я слышал, как брат сказал, что вот пустынные. Вот. Мне послышались Орихимы, Руки и Ичига. Я подумал, что это те самые, которые еще были вот в... Как называется-то? В Сабсторе. Вот. Но, как оказалось, во-первых, там Яруича, во-вторых, это какие-то новые. Это что-то... Аладдинское какое-то, я не знаю, типа... Яруич смахивает на Жасмин, а Ичига это... просто Ичига. Руке вор. Короче, я не знаю, что это такое, с чем это связано. New Chapter Sand Covered World of the Desert Site Archive. Мир песка, чего? Короче, не знаю, я пишите, знатоки, если есть, что пишите в комментариях, с чем связано. Это такое добавление, если это просто так, просто чтобы не добавлять прем, то все понятно. Итак, витринка у нас, потом сольные витринки, кстати, какой-то японский знак. Ну, понятно. Собственно, вот сама витрина, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Итак, у нас, ну, это мы посмотрим на геймплеях все. Яруичи у нас Надир с высокой атакой, убит шинигами, опять красный убит шинигами, как достали уже. Normal Attack Damage 20%, давно не было этого линка. Также линки, ой, а у нее, видимо, паралич со всех атак. У нее есть Flurry, пояс, у нее есть буст. Ну, короче, замес на PvP перса, хотя, если она рейнджит, то не факт. Милли. О, интересно. Линк, конечно, не подходящий, но все же таки, если у вас нет Кена, то можете поставить ее, если она выпадет. Руки Кастер, единственный в этой витрине. У нее ослабление со всех атак, она убит шинигами. Линк дерьмом. Ну, в смысле, так-то линк, так-то суть линк хорошая, но сам линк, именно чтобы это был линк, это отстой. Был бы это скилл, как у Айзена или Баргана, вот это было круто. А так это шляпа. Ну, скиллы у нас понятные. КДР 12 в скиллах. Вот это, конечно, прикольно. И вот и второй персонаж, который увеличивает количество банок при выпадении. На Inheritance Zone. На этот раз у нас оранжевых банок повышается. И, видимо, мне придется это открывать, потому что, чтобы докачать лупи побыстрее, мне придется вот это вот. Поэтому я буду копить на сольник с руки. Ну, потому что другие двое меня не заинтересовали. А Ичиги это вообще что-то очень как-то все каша какая-то. Вот он Надир, убийца ранкаров. У него поджог. Вместе с Коном Ичиги манипулирует огнем. У него дэмэдж... Вот у него дэмэдж тейкен, но у него нет пойза. У него только флури. У него есть медик, то есть он хилит. Да. Без пойза ему в ПВП делать нечего. Его просто укокошит. Ну и предата, конечно же, любимое наше дерьмецо, которым мы все любим обмазываться, потому что мы играем в Bleach Brave Souls, где придатки к витринам всегда парашные. Единственный тут годный перс, действительно, это... Я даже не знаю, кто. Ну, Зангетсу, как гибрид, ну кто... Ну, реально, вот мы смотрим по кастерам. Кастеров тут Каен, плюс-минус, и вот этот вот Ишин, неплохой перс. Линк бы ему хороший, тогда был бы топчик. Итак, что у нас сегодня? А, ну да, открытие витрины, но сперва, чтобы меня было на два шага хватило, я прокачаю одного перса, которого можно резнуть.
Не спрашивай, что у меня за команда такая, просто сейчас у нас можно выполнить задание и получить 25 орбов за это, чтобы у тебя в команде были Гримджоу, Шинджи и Куга. На самом деле там еще были, по-моему, Бьякуя и кто-то еще, точно не помню, но это да. Давайте, я думаю, Хинамори резу. И прокачаю ее, и получим с вами эти заветные 75 орбов, чтобы открыть витринку. Там не так много кристаллов опыта нужно, поэтому нормально. Итак, погнали. Ах, тут жопа. Стяжечка. Ну, сейчас рез стал вообще просто изичным, потому что... Тем более, персы с поджогом тут вообще идеальны, по-моему. Ну, с ядом, с поджогом, с кровотечением, они тут вообще идеальны. Но поскольку кровотечение вышло очень нескоро, поэтому и ресурекшн персов с кровотечением будет очень нескоро. Если он вообще когда-нибудь будет. Итак, а вливать есть кого? По-моему, есть. Да. Есть, о. Просто двухзвездных плевать нет смысла, они вообще ничего не дадут. По-моему, в коробочке у меня еще было. А, нет, нет. Но есть четырехзвездные персы. Ой. Да. Так. У нас сегодня, я так понял, затянутый видос немножко будет. Ну ладно. Говорю, не беда. Так. Где тут у нас? Опаньки. Сейчас откроем парочку тикетов, чтобы вытащить персонажа для вливания. Ну, потому что проходить рейд, это время тратить много. А я не хочу, я хочу сразу открыть и не париться. Вот. Пишите в комментариях, что думаете насчет новой витрины, вот этой вот пустынной. Блин, я потерял Хинамори. Пустынной витрины. Я считаю, что все-таки нужно было прем добавить, а вот эту штуку в конце месяца. Но нет, клабы зажопили. Опять у нас дерьмовые придатки всегда будут. Когда ж мы увидим хорошие придатки? Ох, наверное, это только во сне у меня будет. Хороший придаток. Ну, ладно. Подождем, увидим. Хотя смысл надеяться уже нет, потому что... В конце месяца, ребята, вангую, эти ТКВшки. Никак иначе. ТКВшки и все, вот ТКВшки будут. Ну, это очевидно. Была новелла, потом в середине нас сезонок запихнули. Они вот, собаки, не хотят давать вообще ни в какую новых премперсов. Последние премперсы вышли в середине января. Это вот Ичига, Кен и Айзен. Все, больше никого не было. Что это? Ладно. Когда-нибудь мы это переживем. Так, ну что, давайте попробуем. Многие скажут, ты дурак, зачем ты сливаешь орбы на дубль? Ой, а вам не все ли равно, если честно? Я хочу, я открываю. Все, погнали. Придаток здесь. Здесь есть Нелка. Первый шаг 4 звезды. А второй... Погоди, у меня чуть-чуть не хватает. В смысле? Да блин, вы прикалываетесь. О. Вообще у Бьяку еще и топовый линк достаточно. Это его родной КДР и дополнительно САД 16. То есть еще один топовый линк. Как у Старка. Дерьмо вонючее, ненавижу эти кристаллы, они меня прям бесят. Их надо, их всегда не хватает, собаки вонючие. Ну, так вот проходит прокачка персонажей, сбор орбов. Да, только и остается качать этих вот резнутых персонажей. Почему он в древо не войдет обратно? Я же из древа покупал. Вот раньше было лучше. Магазин появлялся вот просто здесь.
Я мог зайти, купить, закрыть, и я уже на персе, и все ему прокачал. Но нет, теперь давайте будем перелистываться в магазин и оттуда брать, и потом еще искать персонажа в древе и возвращать. Короче, в магазине и там. Ой, я запутался, я так проснулся. Так, ну что ж, главное другой не открыть. Ну что ж, вот он. Лупи. Попробую еще раз. Если не выпадет ничего, то буду копить еще, пока не закончится с ним витрина до 19 апреля. Да. О, да. Я доволен. Да все, можно скипнуть. Неинтересно вообще, что там дальше будет. Нелка, еще и Нелку достал. Да ладно, охренеть. Йоу, класс. О, вообще супер, блин, даже не ожидал, что так выйдет. Вся витрина опять собрана, потому что тут пусто, у меня остальные дубли остались только. Он, потом она, Шинджи и кто-то еще там был. О, ты такая жаркая, это вообще прям супер. Отлично, у меня теперь Люпи есть. 5 из 5. Ты прикинь, 5 из 5, Лупи, все. Топ перс 5 из 5. Класс. Я так этого хотел. Теперь у меня это есть. Так, все, его качаю по полной. Ждите его геймплей в Max Trans, Full Transcendence. И все. И у меня... Ой, блин. Главное прокачать. Главное успеть его прокачать. Так. О, ща налотим еще. Блин, сейчас еще бы СП 500 выпало, вообще цены не было. И сходу СП 250. Класс. Ну, мы, конечно, пробуем еще раз, потому что надо СП 500 все-таки. Нет, ну ладно. СП 250 тоже отлично. Ну что ж, вот и все, ребята. Лупи фул этот, как его, собран. Останется только вот это вот докачать. Ну, как видите, ресурсов не хватает. Хугюку вообще не знаю, где их брать. Я все френдпоинты открыл свои. У меня собралось достаточно хугюку, чтобы прокачать один слот на 10 уровень. Все, 20 хугюку, 7 выпало, и все, больше нигде их не взять. Вот так вот. Такие вот получились сегодня витринки. Не кидайте в меня тапками. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Так, что я не понял за хрень? Давайте вот так сделаем, красивенько. Он тут не в тему, но пусть будет. А, ну да, и вот. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео, вступайте в группу ВКонтакте, не забывайте следовать по всем ссылкам, что есть в описании, жмите на колокольчик, не забывайте, что ссылка на плейлист игры Bleach Grey Souls есть в подсказках и в описании этого видео. А на этом у меня все, всем удачи и всем пока.